Дня
Христе. Он уже все совершил. Принимай. Я смотрю на вас, и я не понимаю некоторых из вас просто. Я знаю, откуда меня Бог достал, как, где я был и как я был. И я понимаю, что Он изменил мою жизнь, и я стал лучше. Я не плакаю сейчас, я радуюсь. Но я знаю, что это не только я. И я знаю, что Бог сделал что-то для вас в вашей жизни. С детства и до сих пор Он... я не знаю, как это сказать, но просто я думаю, что это ненормально, если ты знаешь, что Бог сделает для тебя, и ты просто стоишь, и ты не можешь прославлять Ему. Я думаю, что это не должно быть. Давай. Еще раз, сначала эту же песню. Ослабься. Я не знаю, как это сказать, но просто вы в Доме Божьем, это ваш дом. Просто надо быть свободна. Никто не будет сказать тебе, что нельзя как танцевать. Быть свободна и танцевать. Давай, будем так мы побеждать вместе. Все руки. Так, я хочу видеть. Думай, чем ты поешь. Все должны двигаться, потому что вы знаете, как Бог любит вас. Аллилуйя. Еще. Будем так мы побеждать.
Господь. Благ наш Господь вовеки. Прославляй Его, потому что Он достоин всей славы. Он достоин всей силы. Аллилуйя, Господь. Он номер один в нашей жизни. Он номер один в нашем сердце. Знай об этом, если ты не знаешь. Аллилуйя. Господь, небо, милость и во веки.
Тебя. Мы желаем видеть в сердце своем, Господь, Твою любовь, Твою милость, Господи. Мы подобие Твое, мы Твои дети, Господи. Мы жаждем Твоей любви. Аллилуйя, Господь. Пусть Твоя любовь, она разливается на этом месте посреди нас. Пусть наши сердца, они понимают, о чем они поют и говорят. Пусть каждое сердце будет открытым, открытым пред Тобой. Не перед людьми, а перед Тобой, Господь. Потому что Ты тот, который всегда выслушаешь и никогда не осудишь. Потому что Ты тот, который даешь выход. Спасибо Тебе, Господи, что наша жизнь однажды изменилась. Спасибо, Господи, что Ты нашел нас однажды. Мы хотим, Господи, чтобы Ты изливался Духом Своим Святым. Чтобы Ты изливался дождем на этом месте, Господи. Чтобы мы наполнялись, чтобы мы были мокрыми, Господь, от Твоей любви, от Твоей милости, Господь. Чтобы Ты жил в нашем сердце, Господи, во имя Иисуса. Аллилуйя. Жаждем славы Твоей, чтоб ветром Духа Святого открываем сердца, Господи, излей. Мы жаждем славы Твоей и ожидаем, чтоб снова дождь излился на нас, Господи, излей.
Славить Тебя дальше. Мы не хотим, Господь, заканчивать, прославлять Тебя. Аллилуйя, Господь. Хочется, чтобы только одно звучало в наших сердцах. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Бог мой. Слава Тебе, Великий. Слава Тебе, Чудный. Господи, нет подобного Тебе. Господи, стоим сейчас пред Твоим лицом, такие, как есть. Любим Тебя, Отец. Аллилуйя. Аллилуйя.
ярких молний и раскатов грома. Слышу голоса я, что восходят ввысь. Среди ярких молний у твоего престола. Слышу голоса я, что восходят ввысь. Старцы, поклоняясь для тебя, венцы свои кладут к ногам царя. Создание к тебе взывают свят день и ночь.
одно звучит. Только одно звучит внутри, Господь. Как ты велик, как ты свят, Господи. Аллилуйя, Господь, только та благодарность есть в нашем сердце. Одна благодарность, Господь, за все, что имеем. За все, что имеем, Господи, за Дом Божий, за братьев и сестер, за пастора, за любовь, которая есть внутри нас, за уважение и почитание друг к другу. Аллилуйя, Господь! Я благодарю Тебя, Господи, за это состояние. Я благодарю Тебя, Господи, что Твоя любовь и милость, она превозносится над судом. Я благодарю Тебя, Господи, за этот дом прибежища, в который может каждый войти. Каждый войти, Господь, оставить свои проблемы. И может чувствовать себя здесь свободно, потому что Ты здесь, Господи. Потому что Ты здесь, Господи, главный. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе, великий. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты есть в нашей жизни. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи. Господь мой, даже если ты думаешь, что Бог не может это решить, для Него это не проблема. Если ты столкнулся с особенными трудностями в твоей жизни, для Него это не трудности. Пусти Его в свое сердце. Пусти, чтобы Он пришел на это место, в твою жизнь, в жизнь, где есть проблема, где есть трудность, где есть болезнь, где есть финансовые трудности. И Бог хочет разрешить их. Бог хочет явить свою славу, ибо Он святой. Он Бог всемогущий. Только поверь, что Он может. Поверь, что Он может. Если ты сегодня на этом месте, ты в правильном месте. Тебя Бог сюда привел, чтобы ответить, чтобы показать. Показать свое могущество и славу. Показать свое величие. Он святой. Он прекрасный. Он так любит тебя. Он так любит тебя. И мы сегодня открываем, Господь, пред тобой свои сердца. Ты тот, который все видит. Ты тот, от которого ничто нельзя скрыть. Наше намерение, нашу боль, обиды, то, что мы никому не показываем, Господь, приди на это место, приди в это сердце, наполни собой, Господь, Дух Святой, Дух Святой, яви свое исцеление, яви свой выход, Господь.
и весь свою победу. Мы так благодарны Тебе, Господь. Мы так благодарны Тебе, Боже, за это время. Наполни нас собой. Наполни нас. Наполни, Господь мой. Мы открываем свои сердца. Мы открываем свой разум. Мы не хотим, Господь, остаться прежними. Но мы хотим, Господь, преобразиться от славы в славу. От веры в веру. Чтобы Твоя победа, она умножалась в нашей жизни. Слава Тебе, великий. Слава Тебе и хвала. Ты достоин этой славы. Ты достоин хвалы. Господь, благодарим Тебя. Превозносим Тебя, великий. Аллилуйя, Господь. Господь здесь. Господь на этом месте. Церковь, воздайте Ему славу. Он достоин ее. Он Господь. Он тот, кто создал тебя. Он тот, кто возлюбил тебя. Он тот, кто отдал себя ради тебя. Ему слава. Ему хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Доброе утро, братья и сестры. Сейчас у нас время, когда мы будем утверждать победу Царства Божьего в нашей жизни, свидетельствовать о том, что Иисус делает в нашей жизни, как мы побеждаем вместе с Ним. Поэтому приглашаю. Я надеюсь, что наступят времена, когда у нас будет очередь для того, чтобы свидетельствовать. Потому что написано в Новом Завете, что те дела, которые они совершили, невозможно все записать. А Иисус говорил, что мы сделаем дел еще больше, чем сделал Иисус и его первые апостолы. Поэтому давайте будем свидетельствовать о славе Божьей в нашей жизни. Засвидетельствует церковь. Я хочу сказать спасибо большое Богу за вчерашнюю встречу. У нас вчера было очень много подростков. И хочу сказать также свидетельство о своей жизни. Этой осенью у меня был такой непростой период служения, когда у меня было много вопросов к себе, к Богу. Было немножко разочарование. Я объясню немножко систему. У нас на подростковом все подростки поделены по городам. Я лидер одного из городов. И были моменты этой осени, когда одного города мог прийти только один человек, это была Мирия. Когда я молилась очень сильно за своем городе, когда я просила Бога, Боже, пожалуйста, неужели я приглашаю 15 человек, приходит только один кто-то. Это очень-очень разочаровывало меня. Я начала задать себе вопрос, вообще могу ли я служить, способна ли я вообще служить людям, потому что в домашнике у меня получается служить, в играх у меня получается служить, но я знаю точно, уверена, что мое главное служение, то, к чему меня призвал Бог, это именно служение людям напрямую. И я очень долго молилась об этом, и Бог говорил мне такие вещи очень интересные, что и через людей, и прямо говорил, что ты посеяла что-то, и просто нужно немножко времени, чтобы это взошло. И вчера была встреча, на которой с моего города было 6 человек. И на самом деле, возможно, для кого-то это мало, но для меня это такая маленькая победа Бога в моей жизни, потому что Бог обещал мне, Бог говорил, что Он будет действовать через меня. И когда происходят такие моменты, я думаю, что этот период был нужен, чтобы понять, что на самом деле мы просто инструменты. И если Бог не возьмет нас в руки, то мы не сможем служить. И никакие наши таланты не смогут действовать, если Бог не начнет этим пользоваться. И я просто видела вчера, как действительно девочкам безумно нравилось то, что мы делаем, как они благодарили за то, что мы приглашаем их. И это очень много значит лично для меня, потому что Бог очень много доказывает. И если, например, в чем свидетельство сути? В том, что если у вас сейчас такой период того, что никто не отзывается, никто не приходит на вашу домашнюю группу, никто не хочет слышать слово Божье от тебя, просто подожди, ты сей, и оно обязательно взойдет. Нужно просто немножко времени. Аминь. Слава Богу, это